Нам всем порой кажется, что мы одиноки, но немногие из нас знают, что такое одиночество на самом деле. Скучаешь не только по вещам, но и по людям особенно. Когда родная земля навсегда скрыта под многометровой толщей воды, а новый вид из окна родным так никогда и не станет. Вот когда выходишь на эту панораму, смотришь, и в глазах, в общем-то, проскальзывает, так сказать, ангарские просторы. Когда ты остался один, и тебе вдруг показалось, что уже все. В новом сезоне проекта «Дари добро» мы объявляем войну одиночеству.